Всем привет, гости и подписчики моего канала. Я рад приветствовать вас на своем канале. Сегодня вам немного покажу свою инкубацию куриных яиц. Вот у меня сегодня уже 20-е сутки. Вот начали проклевываться яйца. Проклюнулись примерно 4-5 яиц. И будем ждать 21-е сутки, когда будут выводиться все остальные. Значит, что мы делаем на 19 сутки? Останавливаем переворот, понижаем температуру и повышаем влажность. Это все, что нам нужно сделать. Дальше уже ждем проклева и потом уже вывода. Пока что на этом все. Изменения покажу. Сегодня 21 сутки. Вот тут у меня тут лежат скорлупки, уже вывелось 27 цыплят. Вот еще тут два еще цыпленка, остальные почти все проклюнуты. Будем ждать вывода этих цыплят. Эти обсохнут, этих тоже заберу. Сейчас покажу, которые вывели. Вот здесь 27 цыплят, которые вывелись. Вот тут у них лампочка, так как их много, я еще положил полторашку с теплой водой, чтобы они не кучковались в одном месте. Тут есть вот разные цвета. Также тут есть лохматые, есть с хохолками, вот такие вот у них на голове. Вот. И также есть бородатые. Сейчас покажу. Так, вот он один. Вот, если видно, вот у него есть небольшая борода. Мне заказали 50 штук. Если для меня останется, то я себе оставлю несколько бородатых, так как с прошлого раза у меня таких не было. Их вроде бы называют фаверольки. Вот некоторые есть вообще полностью черные. Не знаю, какая это порода. Если знаете, пишите в комментарии. А пока что ждем вывод остальных. Прошло еще несколько часов. Вот тут вывелись и еще цыплятки. Мы сейчас их тоже заберем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Восемь. И вот тут один почти прокрутился. Можно ему помочь. Вот, вывелся. Пупок тянут хорошо. Все. Отнесем этих. Брудер, вот у меня тут скорлупки. Отнесем брудер и покажу уже. Сейчас их сюда поместим. Тут они сохнуть будут лучше, так как тут влажность меньше. Я их, может быть, сейчас как-то отгорожу, потому что они более слабенькие, чем те, которые вывелись уже. Сейчас я их немного отгорожу. Вот. Пока что точно сколько вывелось, не знаю. Потом посчитаем. И я вам еще раз их покажу, когда выведутся все остальные. Сейчас уже вечер 21 дня. Вот тут вывелись еще цыплятки. Отнесем их в брудер. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Отнесем в брудер. Осталось еще 3, 6, 9, 12, 13 яиц. Они все проклюнуты. Сейчас покажу всех цыплят вместе. Сегодня у нас уже утро 22 дня.
И сейчас будем забирать уже еще остальных вылупившихся. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Восемь, девять и еще один только что вылупился, он мокрый. Еще два яйца остались, не знаю, выведутся они сегодня или нет. Если сегодня не выведутся, то уже больше их ждать не будем. Сейчас этих отнесу. В общем, сегодня уже конец 22 дня. Вывелись все цыплятки. Вот их здесь полный брудер. Всего 54 цыпленка. Мне заказывали 50 цыплят, 4 самых красивеньких таких я оставлю себе. Ну, вырастут они. Вот, в воскресенье они поедут в другое хозяйство. Я их продаю по 30 рублей цыплят. Вот такие вот цыплятки. Тут разные есть, с хохолками, с ножками, с пушистыми ножками. Даже бородатые есть несколько штук, рыженькие вот. На камеру не так уж передается. Вот такие вот какие-то голубенькие есть тоже. На камеру там не очень тоже такие яркие цвета. Вот этот вот хохлатый, прикольный. Ну, на этом у меня инкубация закончилась. Если кто-то следил за ней, если вам было интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всех до новых встреч!